Ну что ж, друзья, я всех приветствую, с вами Валерий, и мы продолжаем хардкорное прохождение Resident Evil Remake первой части. Вот. И мы продолжаем исследовать особняк. Прошлая серия у нас была полна головоломок всяких разных. Вот. Не таких сложных, но все же нашли маску смерти первую нашу. Открыли дверь, и я пошел сохраняться. Ну, давайте посмотрим, что нас ждет за этой дверью. Какие сюрпризы еще нам приготовили разработчики. Вы? Крис Редфилд, команда Альфа. Мы здесь, чтобы спасти вас. Ричард? Ричард? Какого черта с тобой произошло? Крис. Крис. Это место. Уводи свою команду отсюда. Демоны. Повсюду. Не разговаривай. Похоже, он был укушен ядовитой змеей. Но размер укуса просто огромен. Это не просто змея. Поверь мне на слово. Ему нужна сыворотка. Я оставил ее в другой комнате. Я принесу ее. Пожалуйста, поторопись. Держитесь. Я вернусь. Вот, собственно, первая встреча с Ребеккой Чемберс. Вот. Так. Разработчики решили первую встречу сделать так, вот, за сывороткой придется бежать в комнату, я знаю, где она, в комнату, где мы, по идее, вообще должны были первый раз встретиться с Ребеккой. Ну там нас ждут по пути, блин, ждут эти. Так. Зомбари, которых мы не убили еще. Бежим его так стороной. Тут, кстати, две штуки, да, должно быть ожившие. Надо, короче, ружье выбрать, наверное. Так, давай. Вон, жердей. Какие-то они резвые, да, когда просыпаются, они какие-то. А там еще один. Отражение я вижу. Ну что ты? Воу-воу-воу-воу-воу! Блин. Я его голову ему не снес, что ли? Отдыхает. Так, закрыто с другой стороны. Окей. Так, 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 нам сюда. В смысле, я не понял. Я забежал не в ту дверь, блин. Черт. Забежал не в ту дверь. Так, ладно, давайте. Этого ублюдка тоже. Убьем, а то он будет мешаться здесь постоянно. Чё там, ломится тоже.
Воу. Окружили со всех сторон, блин. Так. Сыворотка. Отлично. Осталось как раз на одну дозу. Возьмем патронов для ружья. Пипец, короче. Пистолет выберем. Лежит такой просто. Так. Блин. И там, и тут. Блин. Надо было аптечку принять. Что за жесть-то такая? Там патронов потратил, блин, не в ту дверь забежал. Тут повылазили откуда-то. Трешак просто. Ну что значит хардкор, блин? Без патронов. Без жизней. Куча монстров. О, аптечки. Это радует. Аптечки — это хорошо. Только что-то они ни черта не помогают. Кстати, а где эти? Ребекка, да. Я что, не успел? Пипец. Ричард уже умер. Если бы я только смог достать сыворотку вовремя. Пипец. А где Ребекка? Еще один. Лежать, сказано. Все, труп. Закрыто символ щита. Так, эта дверь, блин, по-моему, там змея должна быть. Если мне не изменяет память. О, светошумовая, отлично. Отлично, патроны. То, что нужно. То, что доктор прописал. Так. Что у нас здесь? Слишком темно, чтобы что-нибудь увидеть. Подсвечник. Понятно. Еще патроны. Вот это ништяк. На полках стоят бокалы. Воу-воу-воу-воу.
Да блин, какие вы жучие, меня бесите. Можно было ему голову-то прострелить или нет? А, ногу кусил. Засранец. Вы не можете нести, блин. Нет у меня места. Так, ладно, давайте сбегаем. А ты этот откуда здесь взялся? Ништяк так получилось. Больше не побеспокоит. Надо, короче, спуститься вниз. А куда Ребекка-то делась? Дождалась бы меня. Сыворотку, наверное, тоже убрать надо. Она уже не нужна. Так. Тоже, говорю, убрать. Мы только сыворотку и можем убрать, в принципе. И ножик. Давайте ножик. Придется траву, наверное, сажать. Так. Там, я так полагаю, эти листы сонаты этой, которую надо будет играть, они по-любому нужны. Я надеюсь, там этот не встанет так быстро. Упырь. А его и нету. Страница начала и конца отсутствует. Понятно. У нас они есть. Так, здесь больше нету ни патронов, ничего нет. На полках стоят бокалы только. Ладно, здесь исследовано все. Печально, печально, конечно, что Ричард умер. Но что ж поделаешь? Такой вот я медлительный, блин. Так. Здесь, по-моему, латы, да? Еще. Значит, не выбросил ключ, значит, еще куда-то надо.
Ну да, про что я и говорил, помните, в начале. Что эта дверь была открыта, должна была быть. Здесь будет трупешник. О, отлично. Так, давайте поменяем. Растение. Кто-то поставил его на скамейку. Это Форест из команды Браво. У него глубокие раны по всему телу. Что могло так разодрать его? Форест испустил дух. Похоже, он мертв уже некоторое время. Так. Нет у него ничего. Аптечки. Блин. Форест, уйди. Какой ты живучий. 3 патрона, блин. Пипец. Так, ладно, одну траву заберем. 3 патрона. Форест, ты чё творишь? И ни черта я здесь не взял, только потратил патроны. Пипец. Неэкономно, как-то неэкономно у меня получается. Так. Давайте добежим до ящика, сбросим и соберем внизу то, что там у нас. Алмаз. Там этот герб. Пипец, это только начало. Мы еще не встречались с охотниками. Это, наверное, вообще будет трэш. Просто. Боссы. Так, надо, наверное, смешать сразу. Отлично. Так, убираем. В принципе, все. Дверная ручка вот-вот развалится. Так, понятно. Здесь еще ключик. Латы. Латы. Ну, еще головоломка. Название гласит: принесите свет истины 3 духам. Да, я припоминаю эту загадку с картинами. Изображение героя с браслетом. Оформлено желтым витражом. Здесь кнопка. Изображение героя стало оранжевым.
Так, ладно, пока не будем ничего нажимать, посмотрим. Изображение мудреца с ожерельем, оформлено красным витражом. Изображение святого в короне, оформлено желтым витражом. А, в короне. Это та же самая, да, получается, картина. Так, а здесь что у нас? Лиза защищена тремя духами. Изображение женщины с браслетом, ожерельем и короной. Снизу картины есть кнопка. Так. Корона, ожерелье и браслет, они, смотрите, разными цветами. Значит, надо сделать так, чтобы картины, наверное, были вот этим цветом. Так, корона зеленая, ожерелье фиолетовое, браслет красный или оранжевый. Так, ты кто у нас? С браслетом. Должен быть оранжевый, да? Зеленый. Нет. Не пойдет. Так, вот это должно быть у нас ожерелье фиолетовое. Так, отлично. Так, зеленое должно быть. Отлично. Получается, одна картина у нас. С этой стороны нажимать кнопочку. Да. Все четко. Головоломки не такие уж и сложные, в принципе. Прикольно, что разработчики сделали немного совсем другие. Ну, не совсем, а немного другие. Не такие, как были в оригинале. Так даже как-то поинтересней. Маска. Мы нашли еще одну маску. Маска смерти. Маска смерти. Без рта. Закрыто. Это старомодный зам... Ага. Но ключика у нас нет. Ясно. Так, две маски есть. Нам еще две надо найти. Где-то. Так, отлично. Здесь. Сюда нам еще рано идти. Здесь у нас герб. Давайте выложим маску и отправимся, наверное, в другое крыло. Еще там дверьку не исследовали. Еще надо собрать, короче, эти изумруд. И герб забрать. Так, пойдем поверху. Более безопасно вроде как. Так, ну еще пару комнат можно исследовать.
можно будет сохраниться. Так, много всего наделали. Так, получается, здесь у нас я хотел герб и изумруд взять, так что надо вниз, потом сюда. У нас еще решетка под лестницей там еще не исследована. Рычал кто-то. Так. Синий драгоценный камень. Красивый, отполированный до блеска драгоценный камень. Так, изучаем. Внешние края затерты из-за частого использования. Окей. Теперь возвращаемся обратно. Ну, как я помню из оригинала, драгоценный камень надо будет вставлять в глаза льва. Не знаю, как здесь будет. Ну, я почему-то думаю, что то же самое. Так, а ножик я убрал. Отлично, добили его. Пускай они лежат ты там, пока. Какое-то время мешать не будут. Так, Ребекки здесь и нету. Я думал, она здесь. Так. Изумруд оставим, потому что, по-моему, в этой части лев должен быть. Если верить оригиналу игры. Все, ключ больше не нужен, отлично. Здесь что там такое стучит то то там. Во, ништячок.
Это другое дело. Почаще бы такие сюрпризы были бы. Было бы вообще шикарно. Так. О. Трупешный шкаф полный высококлассного алкоголя. Патрон для пистолета, отлично. Одежда и различный хлам разбросаны повсюду. Блин. Напугал. Дневник сторожа. 9 мая 98 год. Сегодня ночью играл в покер со Скоттом, с кем-то из охраны и с исследователем Стивом. Стиву очень повезло, хотя мне кажется, он шулер. Мерзавец. 10 мая. Один из начальников поручил мне присмотреть за новым монстром. Он выглядит как горилла без кожи. Указания заключались в том, чтобы давать ему живых животных. Когда я бросил ему свинью, он, казалось, начал играть с ней. Оторвал свинье ноги и выпустил кишки, прежде чем сожрать. 11 мая. Около 5 часов утра Скотт разбудил меня. Напугал меня конкретно. На нем был надет защитный костюм. Он протянул мне еще один и сказал, чтобы я надел его. Сказал также, что была авария в лаборатории. Я так и знал, что что-то подобное случится. Эти ублюдки в лаборатории никогда не спят. Даже по праздникам. 12 мая. Я ношу этот проклятый космический скафандр со вчерашнего дня. Моя кожа становится грязной и чувствуется зуд по всему телу. Проклятые собаки смотрели на меня странно, поэтому я решил и не кормить их сегодня. Пошли они. 13 мая. Пошел в медпункт, у меня опухла вся спина. Кроме того, она очень сильно зудела. Врачи наложили большую повязку на нее и сказали, что мне больше не нужно носить костюм. Все, что я хочу, это поспать. 14 мая. Утром нашел еще один волдырь на ноге. Я волочил ногу всю дорогу до собак. Они молчали с самого утра. Это странно. Я обнаружил, что некоторые из них убежали. Может быть, это их месть за то, что я не кормил их последние 3 дня. Если кто-нибудь об этом узнает, то у меня будут неприятности. 16 мая. Я слышал, что один ученый хотел убежать отсюда и был застрелен этой ночью. У меня горит и чешется все тело, и я постоянно потею. Я расцарапал опухоль на руке, и кусок гнилой плоти просто отвалился. Что, черт возьми, со мной происходит? 19 мая. Лихорадка прошла, но зуд остался. Сегодня голоден и ем собачью еду. 21 мая. Чешется, чешется, Скотт пришел. Уродливое лицо. Убил его. Вкусно. Чешется. Вкусно. Жесть. О-о-о-о-о-о-о. Ребята, ай! Еще и сзади! Отвали! Так, что тут? Маленький ключ. Стопы! Оп! Фу! Не пришлось на них патроны тратить. Но засранец прикуснул все-таки. Ублюдок. Так. Открыли дверь. Так, я припоминаю это место. Да. Тут, короче, так, там, короче, этот цветы должны быть. Надо, короче, этот гибрицит или как его там взять.
Так, пойдем вот так окольными путями. Через верх. Через верх. Так, вот сюда вот. Если тут не встали бы, ублюдки. Нормально. Лежат, отдыхают. Такие милые, когда лежат, спят. Так. А, нет. Не надо мне эмблему. Где-то вот это. Ключик пока мы уберем. Так, что у нас с жизнями? С жизнями все херово пока. Да. Подсвечник освещается холодным светом луны. Ого. Ломится там. Ломится там. По-любому разобьют. Да. Память мне меня не подвела. Так, крышка водяного насоса открыта. Качать воду. В красную, зеленую еще. Так, нет. Не надо мне качать ничего. Все в точности, как и в оригинале. Просто жуть. Просто жуть. Так. Давайте хотя бы одну скомбинируем. Одну можно съесть. И тут маска, смотрите. Маска смерти. Маска смерти без глаз. Отлично. Все. Нам осталось сделать лунную сонату. Надо сохраниться. Воу-воу-воу-воу, черт! Их только не хватало здесь, блин. Жесть. О-о-о! Тихо-тихо-тихо-тихо! Отвали. Жесть. Они в каких-то, не знаю, уродов превращаются. Непонятных. Блин. Все патроны истратил.
Причем, смотрите, тот лежит. А эти откуда тогда взялись? Странно. Так, окей. Это убираем, это убираем. Берем полную сонату. И там, по-моему, нужен будет герб. Вспомнил, да. Вот так. Так, сохраняемся. И на этом я буду заканчивать, дорогие друзья. Вот. В этой серии мы немало сделали. Вот. Немало дел всяких. Правда, жалко Ричарда. Вот. По нашей медлительности. Из-за нашей медлительности он умер. Вот. Ну и кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, ставим дизлайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И по возможности, если есть желание, комментируйте. Комментарии и отзывы для меня важны. И я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.